После просмотра этого сериала у меня появился вопрос. Что это было? В прошлом видео я уже говорила это, но я повторюсь, что я не признаю негетерошипы в этом ФД. Вы можете быть согласны со мной, а можете нет. Мне интересно услышать ваше мнение по поводу всего, что тут происходит. Вы набрали 150 лайков, вы хотели этого, вы это увидите. Вообще, этот сериал был создан и закончен еще год назад. Но такое пропустить я не могла. Здесь есть все. Абьюз, издевательство, депрессия, ссоры, отсутствие отца Антона на протяжении всего сериала и, конечно же, Амешка Антон и Альфач Мужлан Рома. Что еще для счастья надо? Всем сливам привет, с вами Кима. Сегодня мы будем обзирать сериал «Ром-тон». Да. Сейчас бы роутон с говядиной съесть. Рома Волк Абьюзер, Антон Амешка, Бяша, ХЗ, кто мне сказать, и просто Оля. Все началось с того, что Антон проснулся, и в зеркале он увидел глюки. И после этого тот оказывается в школе. Он извинился перед Ромкой с Бяшей за то, что убежал с нихуя в лес. Его простили. Далее они оказываются на уроке, где, шутя, Бяша от лица Антона пригласил того на свиданку. Зато получил от Ромки потом. И чё это было? Далее, с какого-то хера они оказываются у Антона дома? У меня вопрос. Где мать? Оказывается, Антон откуда-то стал домохозяйкой. Но дальше... Через время они расходятся. Боже, Антон в платье? Вы серьезно? Это чья-то больная фантазия? За столом происходит скандал из-за недоеденной яичницы. Я понимаю, 90-е, все дела. Но можно было пооригинальнее показать отношения между сыном и матерью. Дальше ему снится кошмар. Это только первая серия, ребят. Давайте я буду рассказывать вкратце, чтобы не тратить время ни свое, ни ваше. В школе Антон знакомится с братом Кати. У нее есть брат. Почему я не знала? Потом над Антоном ни с того ни с сего издеваются одноклассники. Зачем? Чтобы Рома защищал его и всех бил. А далее Тоха выдает базу. А Ромка, чтобы его заткнуть, целует. Дальше они все обнимаются, и мать такая: мальчики не обнимаются, это ненормально, обнимаются только девочки с мальчиками. Короче, у него опять кошмар, и он просыпается и плачет. Дальше происходит, над ним все еще издеваются, Рома неуравновешенный дебил. Потом с какого-то хуя они идут гулять и берут с собой Олю, которую в каноне мать даже на крыльцо постоять не выпускала. Они катаются по льду, Тоха тонет, Рома спасает его. Позже они оказываются у Ромки дома. Его взрослых мы не увидим. На улице они ссорятся с Бяшей по типу: ты предашь его? Нет. Предашь же, верно? Нет. Ну ты же предашь его, ведь так? Ты тупой. И Ромка с Тохой ложатся вместе спать. Где мое ведро? У меня сейчас тошнит. Оказывается, Тохач наш пропал. Рома в депрессии, пытается найти Антона, но проходит 3 года. Дальше появляются новенькие, насчет него мне нечего сказать. Но мне он неприятен. Дальше Заяц. Давайте забудем его на время. Рома, кажись, нашел себе замену Тохе с этим новеньким. Ладно, шучу, он все еще любит Антона. Им по 15 лет, напомню. И забудьте, потому что... Но я же говорила, что он Тошку любит.
Он встречает зайца, потом приводит едва знакомое невесть что к себе домой. Потом этот заяц приходит и ложится к нему в постель рядом. Но происходит непоправимое. Тот новенький поцеловался с другим челом, и это видео Рома. Но этот дебил, я про гопника, врывается в дом к семье Антона. Но там никто не живет. И видит комнату Тохи, и надписи на стене, сделанные красной жидкостью из тела человеческого крови. То есть. Рома спасает зайца от подростков, дает обувь и отпускает к сестре. Чё? Пиздец. Вы ему сочувствуете? Я нет. Он избил человека из-за того, что ему приснился сон. Вы понимаете, насколько он неадекватный? Под маской был Антон. Вау, как неожиданно! Ты хотел как минимум избить его, Ром. Он забирает его домой, приводит в порядок. И он нихуя не помнит. Дальше происходит семейная дорама. Если серьезно, то очень грустно, что его отец бьет его, но мать ничего не может сделать. Но теперь понятно, в кого Рома. После школы на них напали и... Душераздирающая сцена, но мне как-то похуй. Дальше Тоха всех поубивал. Хозяин леса превратил Рому в волка. И дальше это. Лоб твой обнимаю крепко, но я голоден, объятий не хватает вовсе. Я вскрываю твои вены, выпиваю кровь всю, но выпив досуха тебя, я ощущаю жажду. Режу тебя на куски, после съедаю каждый, но в них тебя я не нашел. Расщепляю кости, превращаю в порошок, запускаю в ноздри. И вдруг я понимаю, что тебя не осталось, а эти жажда и голод навсегда сам. Ну и зачем это было? Они ссорятся с медведем, дерутся, заяц обрабатывает ему раны, и они друг другу признаются в любви. Но в конце оказывается, что это шиза Ромы, и ему это приснилось. Но они, повзрослевшие с Антоном, вместе. Конец. Я не хочу давать критику на это, потому что это пиздец. Оцениваю на 2 из 10. Мой мозг вскипел и деградировал, а еще я потеряла чувство эмпатии. И мне хочется забыть это все.